это борцовский клуб, будет работать в формате интерната. Там будут 30 одаренных детей, которые уже показали результаты. То, что достойные сыны Таймазова предоставляют эту возможность для тех, кто пойдет за ними. Особенно в том регионе, где сами наши великие Таймазовы росли, это знаковая вещь. Молодым людям нужны такие примеры. И когда они видят своих героев, знают, что эти герои будут рядом, будут им помогать. Непосредственно занимаясь с молодежью, я понимаю, насколько это важно раннее образование и раннее вовлечение ребят туда, чем они хотят заниматься. Никогда ни в каком учебнике вы не прочтете, как готовиться к старту, что ты можешь пережить. Только вот свой личный опыт можно передать. Если такие условия им создать, для них это будет, конечно, серьезная мотивация. От них будет зависеть только их желание. Такой центр, я абсолютно уверен, через буквально 5-10 лет даст уже новых чемпионов. Это направлено на развитие борьбы непосредственно в Республике Северная Осетия, но выходит далеко за пределы республики. Воспитание, которое они получат, помощь будут нести всю свою жизнь. Прежде всего потому, что на нас смотрит молодежь. Мы являемся для них примером. Там будут жить, там будут тренироваться дети, там будут расти чемпионы. Но это прекрасно. Они обязательно состоятся как чемпионы. Не боги горшки обжигают. И 11 октября я приеду в Северную Осетию, во Владикавказ. У вас открывается замечательный центр спортивной борьбы. Мне кажется, это крутое событие для вас. Не пропустите, давайте там встретимся, пофотографируемся, покажете, как надо правильно бороться, научите чему-нибудь и проведем весело время. Конечно же, я приеду, и даже мы готовим небольшой сюрприз. Сейчас пишу гимн к открытию. И первая строчка, что каждый шаг мечты ведет к победе. Каждый взгляд добра ведет к любви.